Мурманские велосипедисты в очередной раз устроили покатушки. Погода выдалась жаркая, оттого и участников заезда прибавилось. Наши корреспонденты проводили велогонщиков у линии старта. Почти каждые выходные любители велосипедных покатушек собираются на центральной площади Мурманска и отправляются в небольшое путешествие. Маршрут продумывают заранее. На этот раз дорога в аэропорт на небольшое озеро. В соответствии с правилами дорожного движения велосипедисты должны двигаться по проезжей части, по крайней правой полосе, как можно правее. Вот. Да, мы катаемся по дорогам, потому что в Мурманской области в принципе велосипедных дорожек нет. Ушиб колена, ссадина на руке. Так Рита Яшина открыла свой велосезон, не доехав до линии старта пару сотен метров. Девушка впервые за много лет села на железного коня. Говорит, опыт вождения небольшой. Пару раз за лето в деревню у бабушки. Мы съезжали с горки, там был песок на большой скорости. И я, в общем, шлепнулась, упала и разбила коленки. Ну, там, по мелочи, в общем. Да, не знаю, были детьми, все постоянно это проходили. Мне кажется, здесь нет ничего такого особенного. Велошлем, налокотники, наколенники – обязательный защитный инвентарь велосипедиста. И, конечно, в рюкзаке гонщика всегда есть вода, перекус и аптечка. Берем с собой фотоаппараты, чтобы фотографироваться, чтобы осталась память. И обязательно вот берем аптечку с собой для человека и аптечку для велосипеда. Потому что случаи бывают разные. Бывают люди падают, бывают кони ломаются. Следующие велосипедные покатушки, скорее всего, состоятся в ближайшие выходные. Если, конечно, погода не подведет.